обычная реакция людей, которые видят в одном ряду рэп и музей. На эту картину людям как бы ответят: эй, у рэпа с авангардом, в общем, дофига корней. Ну а если серьезно, то напомнить тут надо легко, со всеми общий язык нашла живопись авангарда. Теперь у дизайнера, у архитектора и у моего брата Рэболтуна, у режиссера и у музыканта, хош не хош, на уровне ДНК культурного кода, награды как минимум понимание факта, что в процессе творчества любая преграда преодолима. Мама, мама, конечного нет формата. Вот и хип-хоп из музыкального ряда, как авангард из ИЗО, выбивался когда-то кардинально, а сейчас еще чуть-чуть и нормально сыграют эти двое в цепке, а то может и шедеврально. Эй-эй-эй.